И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен Кузя, Белеволь и Скарим, и пещера Тулвальда на этот раз. И, в общем-то, мы идем ее изучать. У нас уже вторая серия подряд начинается с того, что мы идем что-то изучать. Я надеюсь, это будет не менее интересно. Я так понимаю, здесь... По-моему, кого-то жрут. Как ты считаешь? По-моему, да. Мне кажется, здесь кто-то замечательным образом. Там какой-то, по-моему, гигантский медведь. Мне не нравятся эти звуки. Я, конечно, офигенен, но не настолько, чтобы идти вот так просто. Большой мешок, хавчик. Развороченный. А вон и мега-медведь, который на чьей-то туши издевается. О боже. Толвальд, держись! Если ты еще живой. Хотя я сомневаюсь в этом. В пузо, в пузо. С арбалета, давай. Давай, как тебя там звать-то? Бельволь. Медведь, беги сюда. Где он там? Ты что творишь? Где он? Бельвуль, куда ты тебя понесло-то? Ай, черт дери. Я его убью. Вот так вот. Белый медведь, офигеть. Я убил белого медведя. Эй, это Бельвуль. А вот это Олвальд, да? Нет, это бандит. Стальной слиток. А. О, там еще кто-то проходит. Так, ладно. Это интересно становится. Что здесь делают белые медведи? Что, цирк уехал? Медведи остались? Еще один. О, как их много тут, слушайте. Это как-то опасно становится. Скажу я вам. Так, кто из вас Толвальд? Медведь, вот он. Меня тут нету. Блин. Не кричи. Там еще один, что ли, белый медведь? О, как тебя там плющит. Так, я пока за это самое. Ход задела, потому что там, по-моему, еще одно туловище. Этот не пролезет, нормально. А вот этот пролезет. Ну-ка, иди сюда. Мишутка. Тихо, 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 тихо. О, Миша, Миша. Михаил Потапыч. Не надо так шутить. Бельволь, ты там как? Ты справляешься? Нет, что-то как не очень. Нет, 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 магия закончилась, меня зажала. Черт, Бельволь, может немножко отойдешь? Это не очень логично. Прям вот так вот. Ты знаешь, у меня один так друг уже погиб. Стрела моя убила тебе. Стеклянный. Что тебе делало золото в желудке? Так, белый медведь осматривать не хочу. Какая-то тяжелая. Так вот, что мне нужно было здесь. Так, хорошо. Пока что мы неплохо идем. Я надеюсь, мы найдем выживших. А то будет немного грустно. Если мы этого не сделаем. Вот что ни день, да? То спасение чьих-нибудь задниц. Так. Кости обглоданные, прелестно. Хорошее место. Оу. Прям, причем, смотри, свежатинка. Пришли бы на пару дней пораньше, глядишь, здесь бы было все намного лучше. Кто зажег свет? Это что такое? Если мы сейчас выйдем в две мерзкие руины, я повешусь прямо тут. На пороге. За что мне это? Не хочу. Я вот почувствовала еще, когда увидела это.
каменную плиту. У меня вот прям подозрение закралось, и вот правда. Я не видела эту дверь до этого. Ее, по-моему, оттуда, кстати, и не видно. Да, блин, еще и ты встал. Короче, да, ее оттуда невозможно увидеть, иначе бы я увидела. Я не хочу мирские руины. За что мне это? Не надо. А выход где? Какой огромный пакет! С монетками. 31. Фу ты, господи. Ну, ладно, вроде это как... Ладно, вроде как это... Так, кусочек только. Мы можем обратным путем вернуться нормально. Двоймерская миска. Мне она так нужна. Ощ. Оу, ребята, не надо! Нет! Беги, беги, дура женщина! Етицкая сила-то, господи, что ж ты мне так видишь? Они ее убили? Они. Ах вы. Ух ты, ёк! Каламане! Какая прелесть! Что-то как-то не прет, Кузя. Ой, не, ребят. Ой, нехорошо происходит. Все, что-то как-то совсем все плохо. Ой, нет. Слушай, сумрачный страж или кто-то там. Дик ты нафиг, а? Ты уб... Ну, ах ты, гад, ты убил. Ты убил Белеволь. Она только вышла из стен. Ах ты зас... Ой, нет. Слушайте, чё все умирают-то, а? Господи, я больше никогда с собой никого таскать не буду. Они же умирают все. Получи. Белеволь! Что, кто? Да нет, вроде никого. Белеволюшка. Прости меня. Кто же знал-то, а? Ты так хорошо с медведями справлялась. Эй, господи, какая тяжелая. Я похороню тебя. Это будет твоя могила. Нет, подожди. Что ж такое-то? А? Что происходит? А почему все так плохо? А, нет, что-то как-то ты не хочешь. О, отлично. А, так, хорошо, сейчас Белеволюшка. Ну, лицом вниз это, конечно, не очень. Но как уж легла. Чтобы они не выели тебе. Уйди ты нафиг. Глаза. Прости меня, Белеволь. Да что? Нет! Они все умирают. Что такое? Почему так? Что я сделала не то? За что мне такое? Такой грех на душу один за другим просто. Это как-то совсем все плохо. Вот. Давай, Белеволь. Так, черт, да что ж такое-то? Вот тебе снежеягодник к ногам, чтобы шаги твои в потустороннем мире всегда были такими же тихими, как падающий снег. Прости меня, Белеволь. Я отомщу за тебя. Я клянусь, я отомщу за тебя. Мне надо было сюда идти. Агмер, Белеволь. Я подвел их всех. А если бы со мной была Сарана? Боюсь представить. Подонки. Горите в аду. Сволочи. Я распотрошу вас. Я отрежу вам уши и повешу себе на бусы. Скоты.
Я с гирлянды из ваших ушей наделаю. Где там третий был? М? Где он? Вот ты. Ну-ка, дай сюда свое ухо, даже два дай. М. Не. Хотя. Красивое. Возьмем. Пригодится. Как это все печально. Так, ну ладно. Мы идем мстить. А вот, в общем-то, этот охотник. Жиреная куриная грудка. Шкура белого медведя. Колечко скрытности. Да, не повезло тебе с таким инвентарем солнца. Ага. Я вижу. И я еще раз вижу. Оу. Так, подожди-ка, я от обморожения хозларк. Ты ее коломаны. Слабый яд. Стрела, лук. Ах вы гады. Ах вы подонки. Чего вы тут творите-то? Вы посмотрите, а? Угу. Понятно. Пойдем в другое место. Посмотрим, что у нас там. Что у нас тут? Иетитская сила. Это то самое место. Они вот, они повылазили, смотрите-ка, из этих ходов. Как тараканы. Сволочи. Белеволь. Мир даже не повидала, не успела. Подонки. Мне теперь жить за троих, что ли? Это ж как жить надо, чтобы жить за троих. Ты умрешь первым. Блин. Плохо дело. Так, стоп. Огненная руна? Нет, мужик. Фалмерский. Не подойдешь ты ко мне. Пошел к черту с волота. Ой. О, нет, 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 нет. Подходи по одному. В очередь. Сукины дети, в очередь. Что у тебя? Ухо, дай сюда свое. Человеческое. Ах, вы сволочь! Человеческое мясо, значит, да? Ой-ё. Нет. Не-не-не-не-не. Что-то как-то нет. Так, я начинаю злиться. Мало того, что они убили Белеволь. Так они еще и меня хотят поиметь. На того напрыгнули. Мою кунг-фу сильнее. Ладно, ладно. Сейчас, сейчас. Сейчас я вам устрою, кузькину мать. Так, стоп. Так. Раз. Два. Фалмер обычно ушел. Итак. Кто еще хотел комиссарского тела? Надеюсь, я здесь Арвака смогу вызвать. А, оживление трупа. Замечательно. Стоп. Хотите сплясать со мной? Я вам устрою. Мне не жаль. Я много чего умею. И меня нельзя злыть. Я становлюсь зол. Я становлюсь очень зол. Так, бегут, бегут. Вижу, подонков. Нет уж. Давай-ка вот так. И теперь. Теперь. Нет. А хотя. Свитки. Изгнание Дайдера, огненная стрела, огненный шторм. Прекрасно. Вы хотели меня убить.
За это поплатитесь. Пошел вон. Гори, гори, ясно. Так, надо было, наверное, на самом деле там прямо это все применить. Ключ шамана. Прекрасно. Замечательно. Кто еще хочет смерти? Так, во-первых, я так думаю, стоит сделать вот так. Чтоб он посвежее был. И, пожалуй... А, черт, нельзя, да, сразу двоих. Печально. Атакуй, пожалуйста, шаманчик мой. Гады, а. Ух ты. У кого выпал кошель? Хотя нет, не отвечайте. Ладно, ладно, кто там был еще у нас на очереди? М? Кто еще у нас тут был? Кто тут у нас хотел умереть очень сильно? М? Сколько крови, а? Кошмар. Обглодали просто кого-то. Вот, я вижу. Я вижу тебя, мой хороший. Иди сюда. Ты умрешь первым. Нет, что-то ты мне не нравишься. Ой, у меня сейчас небось выкинет. FPS, простите. Вот так вот. И вот так вот. И вот так вот. Кто там еще я видела? Подонки. Так, стоп. Раз уж у нас тут нет нашего друга, поднимем вот этого. Чё? Чё там было написано? Не, подожди, чё там мне написали? Слишком сильно или чё? Слишком силён, да? Жаль. Печально. Ну ладно, не проблема. Собачка. Фас. Зачем мне животные, когда у меня есть призывные? Бугага. Нет уж. Фиг. Прекрасно, паутина. Да, стоило догадаться. Вот и паучки пошли. Опять фалмеры. Собака, ты умерла. Это не очень хорошо. Мой личный Фенрир умер. Ай, ты ядрит-то твою. Из этого лука половину не вижу, куда я стреляю. Стоп. Ты мне не нравишься. Давай-ка вот так вот. Угу. А теперь стой. Что у меня там есть в свиточках моих замечательных? О, буранчик. Грузовая страна. Ах, нет, он мне больше нравится. Давай, мой хороший. Мочи. Ради бога, мочи. Вот прям я тебе предоставляю эту возможность. Ах ты, казина такая. Нет, я хочу ее убить. Вот так вот. Так, ухо мне свое отдай. Отлично. Яд. Две мерзкая стрела. Неважно. Ты мой красавец. Пойдем с тобой убьем здесь всех. Грибы. Надо не пропустить грибы обязательно. Кто где, откуда? О боже. Откуда вы повылазили-то, господи? Откуда вас столько здесь? Это кошмар какой-то. Что за место такое, господи? Куда я залезла опять? Чё мне так везет-то? А, они оттуда повыпрыгивали нибудь, да? Откуда-нибудь? Вот отсюда. Подонки. Убили мою Белеволь. Убили моего Агмера. Я ненавижу фалмеров. О, хороший спуск. Пустота? Господи, куда я попала? За что мне это? Кошмар. Я не хочу спускаться в пустоту. Но я хочу отомстить. Я убью всех. Не надеюсь. Прелестно. Вспоминается юность, да? О. Боже, где мы? Мы опять ползаем на пузе, как партизаны.
пытаемся не убиться. Две стрелы, прекрасно. Первый. Второй. Нет, стоп. Вот так вот. И вот так вот. Давай, иди сюда. Ну, иди сюда. И вот, вот еще раз, пожалуйста, иди. Вот, умничка моя. А теперь умирай от моей руки, от моего замечательного клинка. Спасибо. Где там твои дружки? Безупречный аметист. Прекрасно. Слабая трава. Ухо отдай свое. Скоты. Так, нет. Раз уж вы в меня стреляете со своих вшивых луков, я тоже... Ащ. Я, пожалуй, тоже в вас постреляю. Я, правда, вас нифига не вижу. Ага. Пошла вон. Меня тут нету. Это их там так много? Или это пауки, может быть? Нет, по-моему, это не пауки. Ой, ну нафиг. Надо валить отсюда. И прикрывать отход себе. Ой, ни черта не вижу. Блин. Так, ладно, это обычный фалмер. А, та-та-та-та-та. Меня тут нету. Я ни черта не вижу, теперь вижу. Ой, боже мой. Что за жизнь такая? А, это крысы, наверное, господи. Можно немножко расслабиться, потому что, по-моему... Ой, детская сила. Ой, твою-то... Это было больно, ты знаешь? Да. Это было очень больно, Кузя. Держишься. Чё за жизнь такая? Чё за день такой? Так, я твое ухо не забрала. Ну-ка, отдай сюда. Ключ шамана. Что за ключ шамана? Ухо он мне не отдал, жаль. Ладно, заберем у этого. Или мы брали уже. Так, вон я вижу гада. Ой. Первый. Второй. Ой, недолет. Да твою дивизию. А с каких пор фалмеры якшаются с крысами? Да пошла вон. Так вот, беги сюда, давай. О, хорошо полетели. Так, обычный фалмер, это не страшно. Блоком его убили немножко. Ах ты, поганка. Да твою-то... Стебешься, что ли, мой? Больно, однако. Так, я смотрю, их там мало осталось. Хорошо, мои стрелы вас добьют всех. Слушайте, а? Ладно, ладно. Стопаем. Я так не играю. Блин, их там в этом тумане не видно вообще в упор. Ах ты, блин. Что-то как-то я разучилась стрелять. Я еще не вижу их. Ладно. Ой. Нет уж, подожди. Не хочу критическое попадание по себе, поэтому... Я, пожалуй, вот так вот сделаю. Ты пока там постой, попроверяй тетиву лука своего. Так, ну что? Нет. Не, серьезно, у меня лук полуобзор закрывает. Так, отлично. Пойдем собирать уши. Вроде все более или менее. Золотишко. Уши тебе уже кто-то оторвал. Так, гранат. Харчо вы все без ухи-то. Так, там внизу что-нибудь есть? Какой-нибудь секретный потайный ход? Да, есть. А, меня смывает, а! Так, подождите-ка. Это все прекрасно, конечно.
Но тут два хода. Какой из них правдивый? Первый пошел, второй пошел, ушел. Там крыса, я надеюсь, бежит. Нет, не крыса. Ладно, обычно фалмер, не страшно. Сейчас он быстренько у нас уйдет. Где-то там. Ах ты. Вот так вот отлично. Так, что у нас тут? Корзиночки. Так, я надеюсь, в этом домике никого? Сундучишка. Лунная руда. Нафига на мне? Ух, отдай. Отлично. Я знаю, как я буду готовиться к новогодним праздникам. И я повешу гирлянду из этих ушей над камином в своем доме в Маркарте. И будет все прекрасно. Так, корзинка. Дойти вниз. Грибы я потом соберу. Так, грибочки. Надо же будет чем-нибудь себе потом порадовать. Когда мы выберемся отсюда, если мы выберемся. Хотелось бы, конечно. Так. Интересно, а какими там свойствами эти светящиеся грибы обладают? Я не помню. Потом узнаем, когда будем варить из них брашку какую-нибудь. Особенную фирменную брашку. Грибную. Так. Замечательно. А теперь вниз, я так подозреваю. Имеет смысл двинуть. Так, у этих я ухи поотрывала. Поэтому идем сюда. Не нравится мне это место. Чем дальше я иду, тем меньше оно мне нравится. Так. Главное сейчас в темноте самой не проглядеть никого. Мега просто. У-у-у. Я так люблю пауков. Мне бы сейчас, кстати, очень пригодились бы разрывные болты, стрелы или что там. Меня тут нет. Где там паучара это? А, ох, нифига я стрельнула просто так на обум. По красной точке ориентируюсь, она там оказалась. Класс, у меня стрелы закончились. Прелестно. Это морозный, конечно, паук, но... Но я все-таки хочу... Черт, что ты так отползаешь, ты не могу. Вот, замечательно. Так, хорошо. Пауки, фалмер, крысы, которые почему-то не едятся этими же пауками таинственным образом. Кто меня видит? Я чувствую запах того, что меня кто-то видит. Так, вскрытое паучье яйцо. Здесь где-то должны ползать детишки. Прелестно. Так, и по-моему, по мою душу уже бегут. Я надеюсь, это просто пауки. Да, по идее, должно быть. Ой, господи, а. Какая гадость. Но для алхимии пригодится. Что поделать? Ну, какие только жертвы не пойдешь, а? Так, ладненько. Продвигаемся вперед. Господи, и вот в таком вот месте пришлось устроить могилу для... Как ее звали-то, господи? Белеволь. Я даже не успела запомнить ее имя как следует. Так мало мы с ней прожили. Бок о бок. Это несправедливо. Это совсем несправедливо. Оу. Фалмерский лук. О, стрела. Какой гриб? Ладно, проморгала.
Ладненько. Кто-нибудь хочет по мою душу? Давай, давай. Беги за мной, глупый Фалмер. Я заманю тебя в свою ловушку, в свою сеть, и ты умрешь. Жалко, у нас нет крика, который привлекает внимание, да? Чё ты меня не видит? Вот почему, когда надо, меня не видит никто? Что за такое вообще? Кто там бегает? Обычные фалмеры, я надеюсь. Нет. Ну и чё? Иди сюда. Скрытность поняла. Там крыски, я надеюсь, да, вот за этим загончиком. Так, ладненько. Где ты там тусуешь? Ты. Сейчас мы перепрыгнем и пойдем по твою душу сами. Так, ладненько. Ой. Ха, это он вот это услышал, да? Какая прелесть. Стоп. Вот почему я постоянно путаю? А, ладно, я не знаю пока что, что выбирать, поэтому... Кто лучше, костяной или туманный все-таки? Пускай костяной будет. Защищай меня, костяной, отвлекай. Отвлекай эту гадину. Мы ее вместе завалим. Давай, костяной! Я костяной, давай! Я тебя буду песнями подбадривать. Теперь иди, вали. Вали вот тех вот гадких курусах фахотников, я ненавижу их. Боже, все что угодно, только не курусы-охотники, которые не убиваются вообще, блин. Господи, вроде только-только из яйца вылупились, а такие убойные вообще. Кошмар. И я еще с такими гадкими стрелами. Больше никогда не пойду в пещеры, которые заканчиваются какими-то руинами. Вот просто никогда. Вот просто в следующий раз возьму, развернусь и уйду. Потому что все погибают, когда я иду вперед. Костерок. А где вождь? Я не хочу столкнуться с вождем здесь. Вот так вот. Это было забавно. Ледяной шип мне нравится, как выглядит. Само закрытие. Ты еще и защищаешься тут, понимаешь ли? Вот так тебе за это. Шею. Ухо, дай свое. Так, отрава, золотишко. Прекрасно. Гады. Грибочки. Так, господи, как, где здесь выход-то? Когда мы уже выйдем отсюда? Когда этот ад закончится? Фиска стрела. По-моему, мы пришли туда, куда мы... Где мы, точнее, уже были. Только я не совсем понимаю, где мы. Как-то очень так... А, нет, мы тут не были, мы его просто стрелой сняли, этого гада. Все понятно. Значит, мы идем дальше. Не очень это радует, если честно. Я надеюсь, какой-нибудь короткий выход будет отсюда. В пещерах же, знаешь, всегда делают короткие выходы. Кто их роет? Видимо, какие-то очень заботливые люди. Так, судя по всему, нам наверх. Ой, ты сломался. Какая жалость. Меня все опять бросили. О, выход. Это хорошо. Выход, это хорошо. Я надеюсь, совсем-совсем выход будет совсем-совсем скоро. Я хочу жить. О, водопадик. Ага. Водопадик и Двемерский мост. Ночной охотник. Чё-то ты мне не нравишься. Чё-то ты мне вообще не нравишься. Нет. Слушай, братец-кролик, давай-ка...
Боже, что с собой сделать? Где у меня там яд? Паралич был. Сильный яд, сперва его. Вот так вот. Вот так вот, замечательно. Вот так тебе. Присели, ухо отрезали. Пошли дальше. Двемерские руины. Прелестно. Я бы выполнил свое обещание развернуться и уйти. Но я обещал отомстить. Я хочу вот это. Почему я все самые красивые вещи я не могу забрать с собой? Чё? Стой, подожди. Эй! Что, на что ты мне указываешь? Ты кто? Толвальд? Это что было? Здесь, по-моему, не только как его звали-то, господи? Белеволь. Погибла, да? Так, тихо. Ловушечка. Так, фалмерская точка жизни. Что, что, где? Что, уже женщина? Что такое? Где? Что? Куда? Куда вы мне показываете? Потерянный дневник. Так, ладно, сейчас посчитаем. Почему часть 3, а часть 1, часть 2 где? О, новая, по-моему, страничка во всем этом. Еще одни раскопки, которые наверняка не удались. Точнее, они не удались. А, я хотела сказать, наверняка раскопки, которые не удались. Как мы, в общем-то, можем видеть. Пуск ледяной бури прекрасно. Я перегружена еще лучше. Заиграла музыка смерти. О, кстати. Да. По поводу. Давайте запас сил, что ли? Мы же больше воины, чем маги. Хотя... Что это тут у нас? Урон от огня обращает... Нет. Не хочу. Сильное пламя. Новичок, ударная волна. Мастер рун. Депт. Я бы взяла, но... Магия, в принципе, у нас достаточно уже прокачана. Мы не маги. Кстати, а что там по поводу... На 25% всем нет, неплохо. Так, ладно, про зачарование я подумаю. Что у нас тут еще есть? Меч. Мы не можем прокачать. Двойной вихрь мне не нужен. К столу мечник. Ну, критический урон. Тоже не особо. Там, по-моему, стрела подбирать, да. Твердая рука. Ой, не хочу замедление времени, это неудобно. Так, стоп, что это? Что это такое? Запас сил восстанавливается на 50% быстрее при ношении полного комплекта. Но учитывая, что мы полный комплект практически никогда не носим, можно, кстати, улучшить сам, вот как бы, саму броню. У нас там попадает как раз... Так, а что тут у нас? Яды. Вами положить... Ты, господи. Создаваемых вами зелий положительный эффект дополнительно увеличится на 50. Вот это на 50-25. Я прям даже не знаю. Зачарованием мы, в принципе, не пользуемся. Нафига нам? Становление. Ой, я не знаю. А, можно легкую броню качнуть. Класс. Он будет нас лучше защищать, я так понимаю. Поэтому берем. А, ну и в общем-то я предлагаю на этом замечательном моменте закончить эту серию. И в следующем мы будем выяснять, что тут вообще произошло. Потому что я в принципе помню этот квест, но я не помню, чем он закончится и что он вообще в себе несет. Только
помню, что что-то это все мне знакомо. Вот эти вот призраки что-то очень мне напоминают. А, в общем, как бы там ни было, если эта серия вам понравилась, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, и продолжим мы с вами в следующей серии. Всем огромное спасибо за ваше внимание. С вами была Севен. Всем удачи и пока-пока.